Честь, достоинство и благородство, красота силы и сила красоты. Все, что имеет настоящую ценность, дружба, любовь, творчество и искусство, все это можно найти на настоящем балу. Именно таким получился и второй большой севастопольский благотворительный офицерский бал. В рамках подготовки с офицерами Черноморского флота провели большую культурно-образовательную работу. Их обучали основам эстетики и хореографического искусства. Мы стараемся и мы ставим нашей целью возрождение высоких традиций офицерства, высоких традиций военного общества. И стараемся сделать все возможное, чтобы для наших офицеров такие события были не чем-то из ряда выходящим, а естественным и таким легким по своей сути событием. Мы делаем все возможное, чтобы для них это было именно естественно, потому что мы считаем, что они этого действительно заслуживают. И наши офицеры являются действительно достойными и славными наследниками наших славных великих предков. Благотворительность – еще одна важная составляющая бала в России. Поэтому кроме офицерских пар в танцах приняли участие видные общественные деятели Севастополя и представители различных организаций и предприятий, ставших партнерами проекта. Совсем недавно закончился военно-исторический фестиваль, где мы могли наблюдать за людьми, представлявшими разные эпохи. А сегодня у нас есть возможность стать частичкой той благородной, замечательной эпохи, которая, наверное, нет, не прошла, она с нами, она внутри нас. И судя по тому, как органично смотрятся дамы в бальных платьях, насколько элегантны кавалеры, это все осталось в нас. И хочется сказать, что такие вечера, такие балы обязательно должны быть, тем более в Севастополе. Организаторы бала постарались сделать все максимально исторически достоверно. Даже во время приветственных речей они используют вышедшее из оборота выражение «на бале», в отличие от современного «на балу». Кроме того, по их словам, нигде в мире не было настоящего военного бального парада, который здесь стал не просто частью вечера, а одним из исполняемых участниками танцев наряду с вальсами, фокстротами, польками и галопами. В течение короткого промежутка времени участникам бала необходимо было обучиться 30 видам танца, в том числе двум таким сложным, быстрым и энергичным, как кан-кан и кадриль. И судя по тому, что сейчас происходит на танцполе, они полностью справились со своей задачей. Для каждого участника бала это большое событие. Чтобы выйти в этот вечер на плац Михайловской батареи, им пришлось активно тренироваться, жертвуя свободным временем. Однако главное – результат. Кто-то на балу впервые пробует танцевать, а у кого-то здесь исполняется детская мечта. Готовились на протяжении недели, так как служба, как оповестили, так и начали готовиться. Танцы, в принципе, все даются нормально. Ну, если было больше времени, то, соответственно, был бы и результат еще лучше. Но мы с собой гордимся. Готовы. И будем принимать участие, стараться максимально во всех танцах. Тренировки были очень тяжелые. Каждый день по 4, по 3 часа. Это просто без ног приходишь домой. Вот, ну вот этот заключительный день. Я надеюсь, мы чему-то научились, и сегодня у нас все получится. Я впервые танцую. Очень увлекательные были занятия, много для себя нового открыл. Танцы давались довольно-таки не тяжело при желании. Мечта любой девушки – побывать на балу, повальсировать в красивом платье, в приятном обществе. Поэтому можно сказать, что это сбытие детской мечты. Офицерский бал – это демонстрация традиций, которые всегда поддерживались в Севастополе и шли рука об руку с великими победами. Организаторы надеются, что большой бал станет не только постоянным событием, но и визитной карточкой города-героя. Денис Остроушко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.